В Таллине, городе музыки ЮНЕСКО, особое внимание уделяется музыкальным событиям, обогащающим культурный календарь города. В рамках первого раунда поддержки музыкальных проектов этого года город выделит на 32 мероприятия в общей сложности 154 070 евро. На конкурс было подано рекордное количество заявок – 90 различных проектов. Такое множество заявок свидетельствует о богатстве и разнообразии нашей культурной программы. Цель этого этапа – выделение средств на музыкальные предприятия, чтобы в нашем городе постоянно происходило что-то значимое и интересное. Наш культурный календарь теперь насыщенный и разнообразный. Поддержку получили очень разные по жанру мероприятия. Традиционные пяртовские дни, фестиваль всемирно признанный фанк и ритм музыкантов Fine East Funk, а также фестивали фортепианной и электронной музыки. Совсем скоро, 28 марта, во Всемирный день фортепиано, около 20 лучших пианистов Эстонии, пожалуй, впервые в мире, дадут 8-часовой бесплатный концерт в атриуме торгового центра «Солярис», по очереди играя одну и ту же спокойную фортепианную пьесу. А электронный фестиваль подразумевает международный 72-часовой музыкальный нон-стоп, в котором примет участие 20 представителей прогрессивных ритмов как из-за рубежа, так и Эстонии. Упомянутый фестиваль фанк-ритмов даст возможность ритм-музыкантам Таллина сыграть и познакомиться с лучшей мировой фанк-музыкой. Эстония всегда выделялась удивительным симбиозом известных классических музыкантов и представителей электронной сцены, что Таллин намерен всячески поддерживать и далее. Некоторые из упомянутых музыкальных событий действительно уникальны даже в мировом масштабе. Получившие поддержку Таллина традиционные пяртовские дни фестиваля Нарген Фестиваль пройдут в Таллине со 2 по 11 сентября. По мнению авторов проекта, концерты, которые Тыну Каллиусты организовал в честь Арво Пярта и в знак признания культурной жизни города Таллина, в этом году очень разноплановые и особенные, достойные города музыки ЮНЕСКО. В течение всего года на поддержку музыкальных мероприятий Таллин в общей сложности выделит до 500 000 евро. 2/3 средств из бюджета музыкальной столицы. Здесь речь идет о крупных событиях, а более 150 тысяч распределяются в рамках открытого конкурса. Поданные заявки оценивает соответствующая экспертная комиссия. При этом оценка основывается как на художественной стороне проектов, так и на уровне организации. Оценивается общее влияние проектов на культурную жизнь Таллина, их доступность для жителей столицы, коммуникационная стратегия проектов и экологичность мероприятий. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.